Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Вавилонская башня. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали в них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.